Еще раз покажите. Вот, небольшой нюанс, как всегда, есть в работе от Олега Алафа Гудвина. Если выпрямлен шейный лордоз, ну, мы помним, что это естественные изгибы должны быть в позвоночнике всегда. Лордоз в шее, в спине кифоз, потом лордоз в пояснице, в крестце опять кифоз, ну и так опять лордоз, кифоз постоянно чередуются. То есть это получается наши естественные пружины организма, амортизаторы. Часто он бывает выпрямлен, да, то есть спина, ой, шея слишком прямая. Как мы его будем править, то есть увеличивать его изгиб? Берем за боковые отростки, за эти, спереди подходим к человеку, упираемся в верхнюю челюсть, ну и нижнюю, в принципе, тоже. Вот, утягиваем на себя, раскачали и на себя вот такое движение сделали. Стараемся, естественно, не передавить сонные артерии или любые другие артерии, чтобы человеку ничего не навредить, чтобы гиперемии у него не было. Ну, давайте покажем на девочке, как это делать, да? То есть тут не обязательно прямо хрустнуть. Вы можете ответить. Спина прямая. Ты паузу там поставишь?